Лучший метод – доверие. Я работаю над этим. У нас есть инициатива «Женщины за мир». И женщины в Армении и Азербайджане мы можем начать устанавливать доверие между нашими странами. Вопиющий случай армянского террора. Иначе убийство полуторагодовалой азербайджанской девочки назвать нельзя. Вместе с ней погибла и ее бабушка. Вооруженные силы Армении обстреляли село Алханлы Физулинского района Азербайджана. Свою кровавую агрессорскую политику в отношении других народов армянская сторона проводила в разные периоды. С особой жестокостью армянские бандформирования расправились с 613 мирными жителями азербайджанского города Ходжалы в феврале 1992 года. И после этого число погибших пополнилось новыми именами.